вернулся в Москву, когда понял, что проблем особых не будет. Я же все-таки был советником вице-премьера, отвечавшего за войну, за силовые структуры. Вот. Но было, так сказать, доведено до меня, что проблем особых никаких не будет. Я вернулся из Хартума и, значит, стал заниматься исламским телевидением. Вот. Была создана такая программа телевизионная «Ныне». Ну, «Ныне отпущающие», имеется в виду, «Ныне отпущающие». Начало христианской молитвы, там была христианская часть, иудейская часть, исламская. Я стал автором, продюсером исламской части. Там делал передачи регулярно, делал фильмы. В частности, большой фильм об Иране. Часовой большой фильм «Часовой о Судане». Вот. Они стали пользоваться очень широкой известностью. И, ну, дальше это консолидировалось в создании исламского комитета. Я пришел к выводу, что главной задачей на сегодняшний день в качестве политтехнологии это лоббирование интересов мусульман в России, потому что, как сказал мне доктор Тураби, духовный лидер Судана в то время, после падения СССР, прихода Козырева в МИД, Россия перестала понимать проблемы и нужды третьего мира. Оставила своих прежних союзников без защиты от западного империализма. Поэтому наши интересы нужно объяснять, доносить до истеблишмента сегодняшнего. Вот. И, соответственно, нужно создать структуру, которая будет этим заниматься. То есть быть мостиком между менталитетом тех, кто сидит в Кремле, и, так сказать, вот, мировоззрением исламской мировой общины. Вот. Чем, собственно говоря, я и стал заниматься. То есть в 95 году я зарегистрировал исламский комитет официально, вот, который превратился в такую чисто лоббистскую структуру. Но не лоббизм в отношении там, какого-то бизнеса, как это понимают американцы в Конгрессе, интересов каких-то конкретных корпораций или что-нибудь в этом роде. Вот. То есть какие-то моменты такого рода, может быть, встречались. То есть я помог организовать один банк исламский банкинг. Вот. Этот банк, к сожалению, по письму из Госдепа США в адрес руководства тогдашнего Центробанка был закрыт, была оторвана лицензия. Ну, потому что страна же колонизована американцами. Вот. С колена она никогда не вставала, а в 2007 году она, по-моему, еще и на животе как-то особо лежала. Вот. Но я в основном занимался политическим лоббированием самого широкого профиля. То есть я доводил до мировосприятия политического класса установки, религиозной, идеологические установки мусульман. Политического ислама. Не того, который встречается в духовных управлениях, в офисах духовных управлений, сделанных там администрацией президента, а реальные установки. Вот. И я думаю, что на этом пути все-таки мне сопутствовал некоторый успех –